Ну а теперь к событиям дня и начнем с сообщения из Донбасса. На КПП Еленовка, это на линии соприкосновения, взорвалась машина. Два человека погибли, один ранен. Об этом сообщили в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Там же уточнили, машина была гражданская. Все, кто в ней ехал, мирные жители. Что это было, поехал разбираться Андрей Руденко. Жители населенного пункта Снежное возвращались с территории Украины, куда ездили за пенсией. По словам выжившего мужчины, в момент происшествия водитель транспортного средства съехал на обочину и произошел подрыв автомобиля. Карета скорой помощи забрала пострадавшего в Докучаевскую городскую больницу. Мужчина, который был за рулем, скончался на месте. Его мать в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Он находится в тяжелом состоянии. В больнице также города Докучаевска. Хочу отметить, что сам подрыв произошел примерно в 1,5 километра от крайнего блокпоста Донецкой Народной Республики. Поэтому эта зона уже считается нейтральной.